Болит что-то? Да не, нормально. Ну, у него ребра немножко болят еще. И у меня там где-то было там полный газ, еще что-то. А на камере, кажется, дорога шире, что быстрее. Ну и, собственно говоря, там первая прямая, когда начинается, у меня был план от нее полный газ там до права в один круг. Там очень долго. Но только как бы этот поворот был не полный газ ни разу. Латвала был очень близок к нам, сказали зрители, вы тоже сказали. То есть очень, сантиметров может быть 10 чуть ближе, там может 5. Ну, он проехал. А сейчас я покажу фотки. Она встала на два колеса вот так вот. Все, я начал переворачивать. А его будет фото. Да не, лучше себе даже не представлять, что было бы, если бы мы в дерево вписались бы эту скорость. Потому что развитие событий могло бы очень... Back now. Пошла твоя быстрая связка. А вот отсюда начинается быстро все, здесь надо уже мне разгон делать. Вот смотри, вот здесь уже прямик. Вот он, да? Да. Он еще немножко отрицательный. Так он не газ. Ну, как оказалось. Он еще отрицательный немножко, видишь, да? Видел, там широко, в принципе. Даже если отрицательно ты вылетишь, я думал, да, чуть можно распустить, да, там, чтобы она провалила заднюю часть, то распустить ее. Но не на той скорости, которая... на полном газу вообще. И вот здесь вот мы уже вылетели, вот сюда вот. Поэтому я на два колеса ставил, потому что там жесткая земля, песок такой был, она уперлась. Ты ходил вот на эту прямую отсадить по времени, хорошо. Ты дальше смотри, я хотел на прямую и на следующие повороты отработать. Смотри. Чуть-чуть. А вот у тебя тоже тут полный газ? Вот, да, полный газ. Левый один полный газ. Правый один газ тоже. Полный? Да. Ну, тот, кто в теме, он поймет, что ты хотел исполнить, в принципе. Я вот вижу характер дороги, понимаю. Потом смотри, если опять полный газ, резать полный газ. Очень это все полным газом. Все, все повороты сейчас иду полным газом. А вот здесь вот первый поворот, где оттормаживается надо. Серия 150, правый один круг. Все остальные, у меня был план вот до этого поворота проехать полным газом. Начиная с того, я смотрю, давайте 4 раза. Ты надеялся, что она еще не до конца разгонится, что ли? Вот на что? А, во-первых, да, что она, во-первых, савая, то есть подвеска сможет проживать скорость, а во-вторых, чтобы ее распустить чуть-чуть там даже наружу. Смотри, там ничего такого страшного, в принципе, нет, если чуть-чуть распустить, как и лапу сделалось. Он отрицательный. Какая разница? Ну, отрицательный, да, на выходе. И там песок. Вот здесь ее просто, я доставляюсь чуть-чуть, да, пускай даже чуть выйдет. На грани. Выйдет вот сюда уже. На грани, да. Ну, представляешь, там сколько времени можно выиграть на этих прямых? Секунд 10 можно. Точно тебе говорю, посмотри, какие прямые просто. 10 ты не за счет этого. Ну, поверь мне, вполне возможно. Да. Не, ну либо очковать можно. Не-не-не-не, круто. Круто, да. Инцидент произошел на втором допе воскресного дня на 30-километровом, на длинном допе, где-то 5 километров после старта. Были очень на протяжении там 2 километров был очень быстрый отрезок, кусок допа с большими прямиками, очень быстрыми поворотами между ними.
И за день до этого вечером я, когда смотрел видеозапись с прописки, я пытался очень хорошо выучить именно вот этот вот короткий отрезок с большими прямиками и с быстрыми поворотами. Чтобы сегодня проехать как бы этот отрезок максимально быстро. И просто была ошибка в стенограмме. Был быстрый левый поворот через трамплин, и чуть-чуть он закручивался в конце. У нас в стенограмме было написано полным газом, но полным газом его, как уже выяснилось, проехать, наверное, невозможно. И мы вот ошиблись, вылетели с траектории, встали на два колеса, и машина начала переворачиваться. Нам на самом деле очень повезло, что мы не ударились о деревья, потому что если бы мы ударились, все было намного хуже. Ну, вот, собственно говоря, и все. Машина сначала встала на два колеса, на наружной части. Какое-то небольшое состояние проехал на двух колесах, и потом ее подковырнуло немного, и мы начали переворачиваться. Она подлетела, мы сначала в воздухе несколько раз перевернулись, а потом на дороге уже раз, два, там, три, не знаю, и встали на колеса прямо посередине дороги, 50 метров от поворота. Hello everyone and welcome to the official ceremony of Rally Australia. It's fantastic. Going and going.